центре. Добрый день, уважаемые спортсмены! Разрешите представить организационный комитет финала Кубка Украины среди юношей, юниоров и девушек. Председатель отдельного подразделения Федерации спортивного бильярда Украины в Харьковской области Сердюк Константин. Председатель отдельного подразделения в Кировоградской области Синятевич Александр. Тренер национальной юношеской сборной Тарас Николаевич Ключников. Главный судья соревнований Лиховайда Сергей. Судья первой категории Марюхтин Сергей. Судья первой категории Артамонов Александр. Дирекция детского юношеского направления Пудовкина. Уважаемые спортсмены, уважаемые родители, всем большое спасибо, что приехали в город Харьков на финальный этап Кубка Украины. Давайте все поблагодарим Сердюка Константина за организацию этого мероприятия. Следующий год будет тоже активный в Харькове, и Харьков возьмет на себя какое-то всеукраинское мероприятие. Финал Кубка Украины среди юношей, юниоров и девушек можно считать открытым. Спортсмена предоставляется председателю отдельного подразделения Сердюку Константину. Здравствуйте, уважаемые спортсмены.
Здравствуйте, родители спортсмены. Здравствуйте, организаторы, тренера, наставники, судьи. Сегодня замечательный день, и сегодня замечательный повод улыбнуться друг другу, потому что вместе мы большая бильярдная семья. Вот, конечно же, у каждого из нас есть своя история, свой путь, который привел нас в бильярд. Вот. Но цель одна, цель игра, и я желаю вам, чтобы игра ваша была наполнена красотой, наполнена решительностью, уверенностью и, самое главное, легкостью. Я хочу поблагодарить команду Национальной Федерации за то, что дала нам честь проводить соревнования такого рода. Хочу поблагодарить хозяина этого клуба и его команду, его персонал за этот теплый прием, за этот клуб, за то, что столы бильярдные находятся в таком ухоженном состоянии, атмосфера приятная. Вот. Также хочу поблагодарить свою команду за поддержку, за то, что они рядом со мной. Вот. Также директор клуба Константин Титов, это тот человек, который поддерживает меня полностью и идет со мной, скажем так, уверенно шагая и знает всю сложность развития этого вида спорта. Вот. И я считаю, что команда Национальной Федерации, та команда, которая есть здесь в Харькове, с такой командой легко дальше идти, будет легко развивать этот вид спорта. Вот. Всем я вам желаю красивой игры, легкого настроения, зеленого настроения. Вот. И обязательно, когда у вас появится свободное время, погуляйте по Харькову, независимо, что зима, город у нас красивый, много очень интересных мест. И если кому-то будет интересно, я могу подсказать, и многие харьковчане могут подсказать, куда можно сходить в этом городе. Вот. Поэтому всем хорошей игры и хорошего турнира. Спасибо. Слово по регламенту соревнований предоставляется главному судье соревнования Лиховайду Сергею. Во-первых, конечно, всех приветствую в замечательном городе Харькове, в прекрасном бильярдном клубе, вот, который сейчас является одним из лидеров в Украине по развитию детско-юношеского, вот, и накатывает и по взрослым. Вот, перехватил эстафету, которая была, да, которая мы спортсменов знаем, звезд, вот, из Харькова. Так что, а вам я могу только сказать вот что по регламенту, что старшие ребята у нас играют до 4 побед, и играют они в этом зале. Вот. Девочки тоже играют в этом зале, тоже они играют до 3 побед на начальном этапе. Ребята играют в следующем зале, младшая группа, и играют до 3 побед. В каждом из залов будут судьи, если вы выполняете какой-то сложный удар, пожалуйста, приглашайте судей, которые посмотрят, определят, правильно, верно, неверно он выполнен, и вынесут свое решение, чтобы не было там недоразумений, что один считает так, другой так. Понятно, да? Вот. Желаю вам всем хорошей игры, честной борьбы, и пусть победит сильнейший. Турнир объявляется открытием, начинаем соревнования. Через 2 минуты будет объявлено. Я не сеянный точно. Ну да, ты там типа долгой. А я что не делаю?